Приветствую вас, дорогие друзья, на канал ВВ Плей. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем игрушку под названием 7 Days to Die. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, сегодня в планах у нас построим мы машиночку. Перед тем, как начнется у нас, видите, у нас 21 день, у нас сегодня будет волна. Будем мочить зомбарей. Так что давайте, пока у нас еще есть времечко, соберем грибочки. Я тут уже посадил несколько грибочков у нас здесь, да? Так, как видите, да, все отлично. Хорошо, ладно. Короче, построим сейчас моцик. Ой, не моцик, а машинку. У нас, по идее, должно хватить ресов на все дело. Посмотрим, сколько это время займет. Так, колеса, что не хватает? Уголь не хватает. Уголь у меня есть. Хватит. Так, нам надо... У нас есть еще на колесо, надо еще три колеса сделать. Изготовить. Следующее, что нам надо сделать? Нам надо сделать каркас. Что-то там было. Вот, запчасть для грузовика. Фары 8 нужно, да? Фары. 8 фар, ни хрена себе. У нас есть. Так. Запчасть для грузовика. Нам надо один. Одну штучку, вернее. Дальше, что нам надо будет для нашего грузовичка? Смотрим, ищем. Я что-то... Так. Мотор. Мотор. Ладно, мотор мы потом получим, так как у нас проблемы сейчас пока что с моторами. Сейчас мы готовимся к обороне. Все моторы задействованы в обороне. Так что это не проблема, это мы потом найдем. Мы потом снимем моторчик с этой... С генераторов, вернее, и будет все отлично. Так. Что у нас еще? Сейчас мы тут раскидаем все, что мне тут не нужно на данной стадии. Латунь, не знаю, свинец. Короче, что у нас вообще происходит? Короче, я уже подготовился к осаде, да, на этом мы там выгрузим. Это я просто смотрел, что мне надо для постройки нашего фургона. Так, потрошки. Кстати, зачем мы паримся? Мы просто возьмем это все, выложим, потому что это нам больше, по идее, не нужно. Но аккумулятор можно оставить, но это все равно. Так, это можно выложить. Это тоже. И так, хорошо. Итак, у нас почти что, сколько получается патронов? У нас 500 патронов, это больше, чем достаточно. У дробаша у нас тоже еще 220 патронов, плюс еще у нас здесь есть 140 с лишним. Но я думаю, до этого даже мы не дойдем. Дальше, короче, мы смотрим, что у нас. Ну, это строится, это одно колесо уже построилось. Потом надо, что она будет? Для грузовика она будет... А, кузов же я еще не поставил, ёшки-матрёшки. Кузов. Где ты кузов? Кузов. Что для кузова нам надо? Так, кузов. Слиток... А вот тут, наверное, будет проблема. Да, тут будет с сталью будет проблема. Ладно, у нас есть очень достаточно металла. Нам надо сколько? Да все равно надо ставить все, что у нас тут есть. Иначе... То, что нам надо еще апгрейдить базу. Покажу, что происходит у нас вообще в общей сложности по базе. Короче, у нас здесь очень много рубильников. Этот рубильник включает вот эту красивую часть, то бишь треть, то бишь половину наших этих вот мельниц. Второй включает забор. Тут еще есть третий, в связи с тем, что вот врубает остальные. Потому что я, короче, не въехал. Как же гадость эту можно включить? То бишь нельзя соединить генераторы между собой. Тут, короче, целый тут лабиринт проводов у меня получается. Вот такая вот здесь у нас фишка. Два генератора работает до данной стадии, да. У нас почти что по всей они по максималке загружены. Батарейка у нас работает чисто только на электричество, то бишь на свет. Нам достаточно... Ой, куда ты? Вот, достаточно много энергии здесь, так что нам на достаточно долгое время хватит. Тут, короче, это у нас еще будем все апгрейдить здесь, конечно, это все понятно, да. Так, дальше. Так как вы видите, уже показал, да, у нас есть мясорубки вокруг, да, по периметру. Вот, ой, что-то, вот эту шнягу надо было убрать, почему-то, не знаю, она врубилась. Непонятно. Хорошо, пойдем выправим. Она меня раздражает. Кстати, надо тоже и покушать еще. Что-то я бегал, разбирался с этими детальками, чтобы закончить строительство этих мясорубок. Так, удалить что? Скрыть границы, да, скрыть границы. И двигателей искал очень много. Я машин перелопатил, чтобы найти двигатель, кстати. И нихера мы не нашли, по большому счету. Так, покушать нам надо сейчас, в первую очередь. Взять какую-нибудь... Так, что у нас есть?
Сарами, так, ну, давайте это, сколько у нас, 73, это дает нам 53, это нам 31, так, 60, давайте 2, ну, не хотел бы я 2 жрать эти, 30 и 20 воды, но все равно можно. Хоть 4% отравления, но это не страшно. У нас жрачки еды достаточно много на данной стадии пока что. Так, что у нас здесь? Минералочку можно, конечно, джахнуть, так как у нас... Сушит нас. Нас сушит, короче. Так. Потрошки готовы. Все готово. У нас нет такого бухла, чтобы увеличить урон. Нет, у нас нет никакого бухла, чтобы увеличить урон. Я надеюсь, что сегодня у нас еще копов не будет, чтобы они не плевались. Ну, если даже будут, мы как-то... Я думаю, что мы с Вагой на это проживем. Без всякого Якова. Итак, что у нас здесь получается? Так, колесики готовы. Так, у нас где-то было здесь еще на колесо. Пока ожидаемся судного дня. Соберем наш джипик. Я надеюсь, пока ночь закончится, мы успеем расплавить металл. А падать тут, кажется, было очень быстро это все происходило. Ага, 30, очень быстро, главное говорить, происходит. Так, надеюсь, что вам музыка в фоне нравится. Если какие-то комментики, давайте вопросики. Посмотрим. Душу, ну, что-то порешил поэкспериментировать. Спасибо там Максу, конечно, посоветовал мне. И еще мы с этим таймлапсом займемся, но это в будущем. То, что так, это тоже у нас готово, отлично. И так нам осталось только создать грузовик, каркас для грузовика. Это 40, так, 20 этого, 40 этого, 16. Так, ну ладно, это надо 16 электроники, да? Надеюсь, что мы что-нибудь дропанут нам эти монстрики сегодня. Так, 20 этого было, да? Походу, 20 ленты. 20 ленты. Окей. Кожа там нужна была, да, тоже? Где-то так. Где-то наша внешняя одежка. Так, клейк 20. Так. А, не тот я вообще взял. Не, а, не все правильно. 16, еще 40 и 40 этого. Отлично. 40 вот этого. Раз, два, три, четыре. Так, 40 есть. И забыл, сколько она была кожи. Ну, ёптвы. Как так? Дырявая моя бочка. 40 тоже, 40. Тоже 40 не страшно. Так, это 30. Сюда, значит, переложим. И еще 9. Кабанчиков потрепали мы так злостно. Знатно, злостно. Ну, все нормально, все нормально. Извините же за каламбурчик. Так, хорошо. Ладно. Так, у нас все по большому годовому. Нам только надо дождаться. Вот. Стали, да? У нас 778. Ну, получается 190, ну и еще и 50 надо, пока мы... Я думаю, пока мы зомбарей будем гасить, это все расплавится. Сколько это? 22 минуты? Не, ну так долго это явно не будет плавиться, потому что, ну, зомбари 22 минуты не будут у нас тусоваться. Еще 2 часа осталось до зомбарей. Так, что в планы в будущем у нас, друзья? Быстренько пробежим. Откроем мы второй этаж. Нам нужно, то бишь уже третий. Я хочу там посадить ой, кухонку, блин. Фрукты. Яблоки, о, яблоки. Яблоки, короче, яблоки в цвету. Так, всякие овощи, все тому подобное. Здесь мы еще сделаем вот. Вот сюда мы поставим еще такой навес. Но это уже будет к 30, 28-й волне. Я думаю, что там... Ну, я думаю, что сегодня еще копы не должны прийти. Может быть, появится какой-нибудь там парочку. Но это не страшно. Но главное, чтобы эти Demolition Man, то бишь взрывоопасные чуваки, сегодня не появились. Так мы еще к ним не готовы, потому что надо укрепить это все. Это надо укрепить полностью, да, вот это все, это надо переложить в бетон, по крайней мере. Вот, это все надо нам тоже сделать в сталь. Все вот это вот в сталь надо в забубень. Тут уже стоит стальная пластиночка, стоит уже одна. Так, и идет уже эта противная женщина, где она? Вот она там. Я, рано еще, женщина, рано. Еще не время. Подождите чуть-чуть. Скоро уже начнете, сможете меня кусать за пятую точечку, говорится. Вот, и да, будет тут такой навесик свисать, таких в две клетки, чтобы, например, там копы, например, будет там где-то вдалеке, он нас увидит, и он начинает будет плеваться своей гадостью. Ну, этот мостик нам будет пригораживать вид, и он не будет плеваться. А он будет плеваться здесь, но если он вот этот подойдет, мы, конечно, его заглушим перед тем, как он сдохнет. Но я думаю, что больше сегодня мы даже, я думаю, очень мало патрон потратим, по большому счету. Все зависит от волны, конечно, какая она будет у нас. Так как у нас мясорубки, это будет и плюс еще электро... Это как его, электро...
изгородь тоже их дамажит, и они будут встать, и они нормально будут работать. Потом, конечно, надо будет пофиксить эти все, ну, то бишь, будет там какой-то дамаг по ним пройдет, это понятно, это логично. Вот. Это, конечно, опять тоже мы все войдем со временем в старт, потому что, ну, сейчас мы не концентрируемся на этим. Сейчас мы делаем максимум возможностей, что мы можем скрафтить на данной стадии. Вот. А потом уже будем улучшать саму базу, потому что дальше будут еще жестче эти бомжики приходить к нам. Вот. И будет довольно-таки тяжеловато держаться против них, если там будет довольно-таки слабая компания, да? Так, что у нас здесь? Почему у нас еще свет не горит? А, ну да, эта ночь, она будет довольно-таки жесткая. Так, может быть, что-то по таймеру поменяем чуть-чуть. Тут что-то вообще нихера не вижу. Так, давайте по таймеру поменяем на 8. И почему ты не работаешь, дружище? Где мой свет? А почему ты не производишь энергии, дружище? Что ж за фигня? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, извиняюсь, друзья, извиняюсь. Так, а почему нету света? Так. Раньше был свет, а почему сейчас нету света? Что за... Ну все ж подключено. И энергии у нас достаточно, до 206, и полной батарейки. Что-то я не впетриваю. Ладно, сделаем по-другому чуть. А, я же не взял стиперы. Стипер, окей. Твою ж дивизию, ну как так? Ну вот все через жопу, а? Свет, мне нужен свет. Как пить дай, мне нужен свет. Почему его нету, непонятно. Окей, ладно, быстренько, пока у нас еще время есть. Ну и энергии есть, но почему ты не подключаешься? Или я не... Или я дурак, или лыжи не едут, я не понимаю. Время, ну, что ж, 9, все правильно. Почему нету света? Окей. Окей, значит, что-то где-то лажает. Тут-то что-то мы неправильно сделали. Сколько здесь энергии потребляется? Ну, сейчас мы врубим, он там будет, пойдет пипец, как бы много энергии. А если мы попробуем сделать по-другому, чуть мы попробуем это отсоединить. Это подсоединим сюда. Ну не, по идее ничего не должно, по идее все равно меняться. Это же не связано с этим. О, не, оказывается, связано, друзья. Ну иначе сюда лошара. Так, короче, что мы сейчас делаем? 37 минут. Ну, короче, давайте уже готовиться. Сейчас будем запускать наши мясорубочки. Так, откроем все двери. Это вы... Не, ну пусть горит свет. Будет легче по ним попасть. Так, оружие берем. Я думаю, дробаш пока на поначалу. Так. Ну, вроде бы нормально, но потому что все равно будет бойня здесь происходить, так что это окей. Главное, что-то самому не взорвать. Врубаем. Все врубаем. Ща, блин. Контрольная проверочка, все работает. Главное, самому туда не упасть, потому что если я упаду туда, будет полнейшая жопа. Так, все работает, как видите, друзья, все отлично работает. Все просто замечательно. Так, ну ждем, ждем. Эту я, короче, не заряжал пушку, потому что, ну, смысла нету. Я заберу даже, пусть она тут мне не мешала ходить. Так, окей. Ну ждем, ждем сейчас судного моментика, короче. Посмотрим, что они там нам приготовят. Каких зомбарей нам пришлют. Но, как я говорил, даже, друзья, оно сейчас будет это... Элементарно, я думаю. По идее, я так считаю. Посмотрим, как на самом деле это будет. О, погнали, погнали. Ну, 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 идите, идите. Ну, вот уже они вот. Ну и вот, и все. И так мы работаем. Ну и вот, тут вообще их просто калашмотит по 31 число.
Ну и. Она ползет еще, дура. А, вылез на нее. Они даже не успевают доходить до нашего этого. Просто помирают, бля. Ну вот. Вот так. Не, отлично. Конечно, система очень хорошая. И видите сами, да, друзья? Они просто не... Единственное, то, что вот это проходит, они здесь мимо, да, ну, вот, например, женщина бежала, док-медик, да, и просто она померла. Не, ну звук, конечно-то просто такие убойные, я не знаю. Ну, чё ты там бегаешь? Ну, в этом плане вообще собаки вообще не представляют никакого, никакой опасности, смотрю, да, здесь... Ну вот, просто не мясо, просто в мясо. Ну, отлично просто, мне очень импонирует такая вот оборона. Ну, конечно, это сейчас вот так, да, пока что жестоких дяденьков нету здесь. Собаки-то вообще не отлетают на ура. Я, главное, еще продамажил сам это, походу, строение свое. Ну, да, у нас лутецкий уже там валяется, но навряд ли мы его сможем заполучить. На данной стадии, потому что мы сдохнем быстрее, походу. Так, ну что здесь? О, дядя Сэм пришел, который прыгает, как петушок на. Ну просто смотрите на это мясо, которое здесь творится. Просто, просто срубаем нахер все. Волчары просто отлипают на раз-два. Какой-то жесткий пацан там был. Ну, просто собаки просто отлетают на ура. Да. Не, ну видите, друзья, наслаждаемся видом, да? Ну сколько мы, получается, мы потратили, даже 100 патронов еще не потратили, а уже вот такая мясо происходит здесь вообще, вообще, посмотрите, друзья, да? Вот единственное то, что я, блин, что-то этот кубик дамажит постоянно, я не понимаю вообще. Как-то вообще не алё, блин. Посмотрите на это мясо. Ну? О, тут еще кто-то прыгает, да? Почему-то не понимаю, почему они только с этой стороны приходят, вот понимаю, мне надо вообще-то по кругу идти, а не здесь только, на одно место. И да, кстати, когда зомбарь умирает, например, если электричество перестает работать, значит зомбарь умер. Наконец-то не пошли с этой стороны. Где там? Еще один лут. Ну, блин. Еще... Нифига, вы чё?
Такие добрые. А вот и мент. Ну, видите, да? Если у меня была бы защита, то бишь мой веник, хорошо, он промазал на данной стадии, да? Это замечательно. Но видите, как он быстро отъехал? Как он быстро отъехал от этих... Все-таки копы пошли, друзья. Вот, блин, я не ожидал, что их не будет. Это сейчас мы уже троих копов... Опа. Это где он? А, он где-то в углу здесь. Да очень много копов, кстати, блин. Я как-то даже не знал. Но все равно, видите, они даже ничего не могут сделать. Они пытаются плевать, да, по мне, но... Ой, сорян. И, ну... Они мажут, они не попадают, потому что у них, получается, они бегут и прыгают сюда, и, то бишь, их не, то бишь, точность страдает от этого. Ну, даже пауков просто на... Ну, смотрите, он бежит, а он будет стрелять, да? Ой, отремонтировать надо было. А, ёж, я думаю, что за херня? Они меня заполонили, пацаны, эти полицейские-то, а? Я его успокоить уже, сколько вас тут может быть, наверное, ну? Ой, еще дроп выпал, ёпты. Чёрт, так, где-то коп бежит. Ну, нет, смотрите, друзья, я считаю, что у нас все получается просто шикарно. Мы просто так дефаемся, не круто. Это коп ни разу мне еще не попал, может быть, так. Так, мимолетным движением, мне там плюнул меня прям в лицо, бесстыжий. Давай, давай, пацаны, идите ко мне. Ой, там уже убили его. Ну просто... Шикарно, шикарно. Просто их... Мясорубки просто их крошат в тряпке. Так, отлично. Ну что осталось еще у нас здесь? Есть что-то? Нет, здесь тут никого нету. Главное, что мы еще не потеряли ни одну мясорубочку. Это радует. Волчар просто сносит на ура. Он просто, смотрите, на это дело. Это что? А, паук. Походу все, да? А не, еще какая-то вот трянь бежит. Ну вот. Отлично. Ну просто, смотрите, друзья. Вы сами идите, да? Главное, чтобы дроп не пропал, блядь. Коп.
Ой, ну вот тут пропал, попал меня, попал мент. Ну, опять же, он не нанес мне какого большого вреда. Пару хпшек. Это кто? Вот это противная тема. Они больше мне бы урон нанесли, чем, блин, копы. Так, давай. Ух ты, блядь, улетел, пацан. Ну, я скажу так, друзья, довольно-таки жестокая волна. Они нон-стопом бегут ко мне, это вы же затрахали уже, пацаны меня, успокойтесь уже, сколько можно? Да, я больше, походу, продамажил блоки, блядь, чем... Опа, промазал. Давай, вались уже. Да уже бы... Так, кто там? Где он бежит? Где-то бежит. Где коп? А, вот он. Так мы уже еще уровни подняли, блин. Ну, это значит, что у нас 44 уровень. Ну, сейчас уже на данной стадии 44 уровень, да. А был 42, когда началась волна. Да, я слышу, так, кстати, ты все больше продамажил. Плохо, что у меня этого коллиматора нет. Вот это то, что галима. Надо было скрафтить, кстати, его. Пацаны, я здесь, идите ко мне. Ну вот, видите, как он умер, сразу электричество перестало по нему долбить. Так, сколько еще там? Опа, коп бежит. А нет, это не коп. Довольно-таки такая продолжительная волна. Перед этим было как-то гораздо легче, блин, не знаю, что тут... Ну, зато лута целых 3 штучки выпало. Будем нормально фиксить все. Так, ну. Значит, это коп. Просто его, блядь, распотрошило там. Да парь, запарили уже мне, пацаны, да хватит уже. Сколько можно? Чтоб 500 патрон почти что потратил. А кто там еще? Оу. Не, ну это как-то жестоко, блядь. Это... Волна за волной идет, ну что ж такое? Ой, сорян, бля, ногу отрубил тебе. Отстрелил, а не отрубил. Отстрелил, отрубил ей. Давай, я тебя тоже сейчас валим, ну. Ну да, потому что насколько я промазал уже, блин, больше патрон трачу, блин, впустую, стреляя куда-то в небо, чем на самом деле их трачу по цели.
Хитро хотел пролезть по низу, бля, вообще охуел, да? Смотри, какая морда. Видите, он умер, и сразу электричество перестало по нему долбить. Вот ты еще здесь тусуешься, не понял. Ну? Отремонтируй опять, ты хочешь его? Ну ты вообще зрел. Все? Да нет, еще идет. Ну ты запарила, женщина. Сколько можно, наверное? Мне уже запарили. Сколько патронов осталось? 20 штук. Ну ладно, а то бишь... Ну... 500 патронов мы истратили на калаше. Ну все, наконец-то, блин, можно вырубать. Пошли собирать лут. Пока он не исчез. Потом оценим... Ой-ой-ой-ой, тихо, спокойно. Потом оценим, что у нас тут получилось. Говно. Говно. Просто лут, это не лут, это просто, это смехотворно. Вообще ни о чем. Ладно, хоть мясо будет у нас нормально. Вот, тихо, по мясу, ты че на? Ну, единственное то, что плюс от этого, то, что мы получили нормальное количество костей на клей и чуть-чуть жирчика, ну и гнилого мяса, типа на грядке нам пригодится, да? Тут вообще нету. Ну и, короче, оценим сейчас ущерб, который нанесли нам. Ну, как говорил, то, что я тут уже больше стою, тут сам пальто попал. Да тут уже вообще ничего нет. Так, что у нас по мясорубкам? 900 вообще мало. Здесь вообще как-то мало они нападали. Здесь тоже мало нападали. Здесь тоже как-то слабенько. 200 только сняли, да? Здесь, ну, чуть побольше. Нет, тоже 200. Здесь что? Сколько? Ну, здесь чуть побольше. 400, да? Тут 600, да? Ну, 700, потому что здесь больше всего происходило. Типа, здесь вообще 900 с копейками. Здесь 152. Что, ну, вообще, очень слабо. Больше я продамажил больше, походу, стенку сам, чем вообще. Ну, тут, да, мы это потом починим, это все, это не, это в офлайне уже это все сделаем, потому что, ну, кому это интересно. И все, по большему счету, я скажу, вот, несущая конструкция не тут минимально пострадала. Опять же, углы пострадали, потому что как-то обычно не застревает здесь. Ну, конечно, электрозабор пострадал чуть-чуть, да, ну, не страшно. Но вы видели сами, да, то, что зомбари, они постоянно шли всю ночь. Так очень редко бывает, потому что не знаю, по крайней мере, эти первые две волны, которые у нас были, вообще как-то очень слабо это все происходило. Ну вот здесь как-то чуть-чуть, как это жестче было. Но если, наверное, скорее всего, что это в связи с нашим уровнем, да, то, что, не знаю, если, друзья, вы поможете поправить меня, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что с этим связано. Окей, хорошо, ладно. Так, смотрим, что у нас там. Пошли делать моцик, о, машинку, заведем ее, посмотрим, как она вообще работает, как она вообще действует. Вот. Так, где она есть у нас? Ну, да, у нас как раз все расплавилось, все отлично. Так, значит, нам надо что нам было сделать? Кузов, да? Кузов. Где ты кузов? Кузов. Где мой кузов? Кузов. А, кузов, вот, каркас. Изготовь 2 минуты. Окей, не проблема. Пойдем туда, сейчас соберем парочку ресиков. Что нам надо? Цемент, нам надо, вот это надо взять с собой, да? И пошли, пока там крафтится эта тема, пойдем починим такие более выгодные моменты, да, вот здесь тут. Ну тут пока мне еще хоть чуть-чуть видно что-то, да, что здесь происходит. Так, что здесь? А. 5 стали. А я не то нажал. Ну ладно, что с ним. Так что здесь, да, друзья, довольно-таки, я считаю, очень удобный вариант и очень имбовый вариант. Потому что, конечно, это все будет потом улучшаться, да. Потому что явно, что зомбари будут мощнее, и это будет исцеляться, конечно, это понятно. Вот, но. Вы сами видели, да, как это все работает. Отлично работает. И мы потратили, да, мы потратили чуть больше патронов. Но это в связи с тем, что я даже я их не жалел, грубо говоря. И просто по ним полил, как что было сил, говорится, да. И было, ну, как-то не, вообще не считал патрончики. Блин, не то. Ой, ешь, опять промазал. Ну вот, тут какие-то, да, тут мелочи какие-то есть. Трещины маленькие, но это... Как ты считаешь, что... несущественно в данной стадии.
против такой вот атаки зомбарей, которая была. Не знаю, друзья, если вы считаете, что это нормально, и вот так, и что-то, ну, туда, я извиняюсь, но, может, я просто не подготовил, ну, как-то не ожидал такого вот сопротивления от этих пацанов. Ну, они себя хорошо проявили, только, конечно, с лутом мне, ну, как говорится, нагрели, ну, что ж поделать. Тут даже вообще не повредили забор. Отлично. Так, что здесь? У нас все хорошо, здесь все отлично. Так, что здесь? Ну, здесь им надо за электронные запчасти. Так, тут все нормально. Так, что здесь? Чуть-чуточка. Здесь повредили чуть-чуть. Ну, так. Скажу, все это так. Чисто косметическая фигня. Ничего страшного здесь не случилось. Мы... И наша база отстояла на славу. Так что я считаю, что у нас все получилось в лучшем виде, да? В лучшем виде. Так, а что там показало, что там было 140, что-то не хватало ловушки, все нормально, здесь нормально. А, это вот эти. Кстати, значит, потом это, ну это, конечно, я потом улучшу это все дело. Тоже, потому что здесь очень много дамага проходит, потому что они как всегда падают, да, и тут они начинают брыхаться, балахтаться и так далее и тому подобное. И вот потому это, видишь, это большинство по-большому пострадало чисто... Под низом это все дело. А чисто вот эта стенка пострадала. Я считаю, то, что, ну, блин, я просто по ней палил. Что мне, чтобы, ну, как говорится, вообще без всякого. Без всякой оглядки на то, что у меня патронов нету. То, что мы подготовились в этом плане, конечно, достаточно неплохо, я считаю. Конечно, бывает и можно, и получше, и будет получше. Но я, как еще раз повторяюсь, ну, не ожидал большого сопротивления вот этой волны. Ну, получил чуть посолиднее постреляться. Ну, и опять же, говорю, то, что, ну, я больше потратил патроны из-за того, что я мазал по стенке, а не по зомбарям. Вот. Так, хорошо. Опа, опа. Сейчас израсходуем весь булыжник. И пойдем тогда уже зробим, сделаем, как бы сказали поляки, да, машиночку. Так, иди сюда. Нам надо еще надо, кстати, нам надо генераторов, надо добившим генераторов, моторов надо поискать, чтобы больше. Потому что сейчас, например, у меня как-то довольно-то напряжно с энергией. Я, например, ничего не могу такое экстра себе поставить. Например, если это еще, вот, например, еще один наружный периметр электро этой электросети поставить, то бишь электро. Забора, у меня не получится, энергии не хватит. Хоть там около 40 получается, да, ватт идет в час, что-то такое, да, но все равно довольно-таки, блин. У нас получается сейчас тютельку в тютельку, да, нам сходит, то бишь энергии хватает на все, чтобы обеспечить и, как говорится, мясорубки и забор. То бишь, кажется, получается, у нас половина мясорубок обеспечит один генератор, вторую половину обеспечит другой генератор. Потому что перед этим я не мог вообще завести, я заводил, короче, генераторы, но у меня работали только, сколько там, 4 штучки, кажется, не работали у меня просто, да? Так, ладно, пойдем проверим, что у нас там по машинке. Сколько это еще займет времени, чтобы ее скрафтить. Так, все у нас есть, по идее, мы уже должны... Подожди, что-то мне не хватает опять, что мне не хватает? Двигатель. А, кстати, можем эти двигатель вытащить один. Вот. Знаешь, что не можно разобрать предыдущие машины? Так, двигатель мы вытащим отсюда. Нет, здесь будет было нормальное производство, мне надо отсюда вытащить. Сколько здесь производства? 3. А, какая разница, все возьмем отсюда. Выключить, потому что все равно мы найдем двигатель для... Включить, пусть работает, как опишу. Он, чем, если он работает в холостом ходу, он очень мало потребляет энергии. Надо еще, конечно, рубильники, может быть, сделать, чтобы это все было автоматически. Или таймеров только забубенить. Так, ну что, грузовик поехал. Изготовить. 2 минуты 26 секунд. Подождем. Не, пойдем, короче, проверим сначала нашу угловую оборону. Так, что у нас здесь? Ну, слабо. Очень слабо они нам продамажили. Ну, говорю, то есть основную несущую конструкцию они даже как-то... Тут совсем как-то даже не тяпнули ни грамма, да? Так, ну, тут ладно, тут, блин, какой-то залетный чувак там завис. Потому что они начинают только лупить по стенке только тогда, когда... Так, вот здесь хорошо видно. Лупить по стенке
Что не хватает? Цемента не хватает. А, я понял, ясно. Хорошо. Цемент у нас там потом скрафтится. Лупить, когда там друг на друга садятся они, да? О, почему тут... А, продамажил этот, как его? Коп. Да, и, кстати, копов очень много было. Как-то неожиданно так для меня. Вот так это было для меня сюрпризом. Так, что у нас здесь есть вообще? Что это можно? Что тут? Что-то латунь разобрать. Это что? Разобрать? Разобрать это говно. Это тоже разобрать. Короче, лут, конечно, говнецкий. И нам дропнули. Ну, а что поделать? Не всё коту масленица, как говорится, да? Не всё коту масленица. Вот так, да. Ну, хорошо, ладно. Чёрт с ним. Так, разложим, разгрузимся, разложимся. Чтобы у нас тут все было по фэншую, как говорится. Так, что у нас здесь? Кости. Ну, это кости мы... Сюда, это сюда. Жирок мы положим сюда. Это тоже сюда забобеним. Так, аптечка у нас вот здесь маленькая аптечечка. Сталь нам понадобится. Потом мы будем фиксить эти электровеники. Оли, электровеники. Электрические приборы. Так, ну что ж, мотор, машина готова. 36 секунд, друзья. 36 секунд. Так, посмотрим, что у нас здесь происходит. Все у нас здесь плавится, камешек плавится. Ну, это заготовка на цемент. Нам нужен цемент, так как мы будем улучшаться, да, дальше. Потому что там некоторые... Потому что эта база как-то... Ну, то есть эта часть... Мы, конечно, ее улучшим потом до бетона, может быть, даже до стали когда. Но это уже будет куда ж позднее. Потому что, ну, нам надо сначала достать бур. Потому что без бура идти копать и добывать металл, это просто болезненно. Так, ну что ж, иди сюда, малыш. Отлично. Пошли тестить. Так. Потому что я ни разу... Ну, потому что я давно не играл игру. Я ни разу не ездил на этом внедорожнике. А, может быть, двигатель... О, может быть, бензин взять с собой? Не? Ну, как так, чисто так, по приколу. Ну, чтобы и на воздухе не ездить. У меня же тут бензин где-то был. Так, где у нас бензин был? Здесь у нас бензин 9000. Там еще 100, 10 тысяч или там сколько? 100 тысяч, не помню, было у меня в химлаборатории. Ну что, за... заправимся? Нихуя, 2500. Не, ну, конечно, смешно он так. Так, ну что? Не, ну звук, конечно, убойный. Это 2500, только 24%? Ты серьезно? Давай еще раз подожди. Да, у него просто получается у него объем двигателя 10 тысяч литров, да? Не, ну машина, конечно, зверская. Ну, по скорости, я не знаю, ли она быстрее едет машины, подожди. Ну, кстати, что у нас по карго? Ой-ё, вот, ну, это все хорошо, ясно. Так, что у нас под капотом? Скорость 705-30 метров в секунду, умеренно, шум умеренно, 90 защита... Цули 1, 89%, насколько заполнено. Не, ну звук, конечно, звук такой чувствуется, что мощь под капотом такой. Просто шикарно, шикарно. Суперски. Довольно-таки... Так, кто там? Где ты? Иди сюда, сейчас я тебя оприходую. Неужели дружков позвала? А что я разобрал? Что я разобрал? А, части ружья. Думаю, что за херня и броню? Окей. Суперски. Отлично. Защита удалась, все отлично, все у нас хорошо получилось. Потом съездим и еще полутаемся, конечно, это уже в офлайне. Так что вам это не интересно. Но если, конечно, вам интересно, мы можем, конечно, сделать такую серию, чтобы чисто лутаться и что-то посмотреть, что мы получим. Например, там съездим куда-нибудь в город, потому что у нас очень много места сейчас в машинке, да. Можем с ней съездить без проблем. Так что, друзья, большое вам спасибо за ваше внимание. Если вам понравилось видео, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получить оповещение. А на сегодня мы с вами прощаемся и встретимся еще в следующем видосе, друзья. Всего доброго вам, пока-пока.